Новогодний турнир провели для воспитанников детско-юношеской спортшколы номер 10. В нем приняли участие 120 юных спортсменов. Для большинства из них это первые соревнования, поэтому в спортшколе решили провести их по всем правилам и судейства, и организации. Стимулом бороться на все 100 для ребят стало появление в зале олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы, членов национальной сборной по спортивной борьбе. Это Рашид Садулаев, Магомед Курбаналиев, Даурен Куруглиев и Магомед Нуров. Они не только поприветствовали участников, но и вручили заслуженные награды победителям. Это дает большой толчок, спорт дает. Говорят, и есть так, месяцами кто тренируется или одну соревнование сделал, это сравнивается одному. Это очень показательно для ребят тем, что они на примере живых легенд учат и тренируются, и ставят себе задачи на будущее. Сюрпризом для юных спортсменов стали сладкие призы. На каждом торте портрет прославленного борца. Также грамотами спортивной федерации были отмечены лучшие по итогам года тренеры.